Дженнифер Лопес недавно заявила, что разрыв отношений с Марком Энтони помог ей осознать, что нужно чуть больше любить себя. Напомню, что Джей-Ло и Марк поженились в 2004 году и через 7 лет развелись. Лопес призналась в интервью, что это был отличный урок для нее. Также певица сказала, что развод вдохновил на запись нового альбома. В частности, развод просто заставил Джей-Ло работать над собой и открывать в себе что-то новое. Подготовка к выходу второго альбома Кимбры идет полным ходом. Недавно новозеландская певица представила новый трек под названием «Love in High Places». Известно, что эта песня войдет в будущий лонгплей певицы Golden Echo. Его релиз состоится 19 августа. Напомню, что Кимбра прославилась на весь мир после выпуска хита Готье «Somebody That I Used to Know». Трек получил Грэмми в категориях «Запись года» и «Лучшее исполнение дуэта или группы». А вот Eminem и Sia снова поработали вместе. Название совместной композиции пока неизвестно, но она станет частью саундтрека к американскому триллеру «Великий уравнитель». О том, когда сингл поступит в продажу, не сообщается, но премьера картины состоится 25 сентября этого года. Eminem и Sia уже не в первый раз сотрудничают вместе. Популярный рэпер и австралийская певица еще ранее записали песню «Beautiful Pain». Композиция вошла в делюкс-версию последнего альбома рэпера.